have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет-привет! Всем здорово! Пойдем мы сегодня с вами в абсолютнейшее... Ёпперес, ты так умеешь? Может, я так умею? Может, пойдем мы сегодня с вами в абсолютнейшую неизведанную территорию? Это конец раунда. Я свалился под море и случайно нашел секретку. Секретки всегда за водопадом, под водой. У меня один килл, прикиньте. Я случайно, это вообще я реально. Не хотел. Че ты оправдываешься? Пойдем. Она сама меня в воду кинула. Игрок видит водопад, за водопадом ничего нет, где секретка? Ну нет, а реально, это вот вообще законно взять, сделать водопад без секретки, вы чё? Тут есть водопад? Нет, в принципе, если в игре есть водопад, то в нем должна быть секретка. Ну почти. Так, Киченес, ты против нас? Круто. Я уже ищу попытки вывалиться за карту. Так, что у меня на тройку? А, у меня на тройку тоже есть хрюк-кошка. Хрюк, да. Я застрял между камней, помогите. Нет. Скажи только где, я тебе с радостью помогу. Где геймплей из Halo, который я хочу? Ну, я просто там слишком злоупотребляю крюком. Да? Ай, блин, больно. Где все? Я не знаю. Я вот что, зря пришел? Я на каком-то пляже вообще. Может, тут загорать надо? Чем тебе эта веревка? Лезь крюком. А он не цепляется. Я зацепился. Я понимаю, но у меня он не хотел цепляться. Так, я вообще так понимаю, что если я играю за ниндзя, логично же предположить, что мы в команде ниндзя, да? Уру-ру-ру-ру. То есть ты где-то пират? Да, я пират. Логика. Логика. И сколько игр ты сегодня скачал? Я? Да. Ноль. Какой с тебя пират? Я жду, пока это пиратская Dying Light 2 выйдет. А, серьезно? Что? Да. Зачем? Ты видел цену за Dying Light 2? Ну, 900 гривен, стандартная AAA. Ну, 2500 рублей. Ну, я знаю, это цена... Блин, он меня убил. Это цена AAA игрушек на старте, то есть и Doom столько же стоил, и все. То есть я не купил, потому что я не буду проходить, мне эта игра не особо интересна. Но если бы я проходил бы, то я бы ее уже купил. Первая игра... Ой, ну первая часть Dying Light в Steam у меня есть, она у меня куплена. Ого! Да. Та что ж ты... Блин, офигеть, меня просто валят. Ну, ты, конечно. Я кота завалил, еще пару человек завалил уже. О, мне сис дали. То, что попал в чувака. Нет, надо как-то собраться, играть немножечко, а то я вот как-то... Кто? Ты чем стреляешь? Я? Нет, там чуваки какие-то. Ёлки, у него блондербас какой-то, или... Может, я попадать буду? Офигеть, он меня просто ваншотнул. Я ему 45 звездочек, он мне хэдыч в лицо, и все. Так, Warrior. Я тоже с бондербасом хочу ходить. На меня двое напало. А? На меня двое напало, как-то не честно. Не камильфо, да? Получилось. Да. Есть! Я еще без здоровья был. Это я тебя убил? Да! В воздухе! Да! О, одобряю. Фраги в полете. Фраги в полете, да. Я что-то вот вспомнил про Думи такой, а что в самом деле... Там же получалось. О, чел на крюке гоняет. А, ну, теперь мы на него вдвоем накинулись. Нет! Бля, а тут урона от падения. А, я застрять. Сейчас нет! Помогу. А, я застрял! Че? О, я отстрял. Я тебя ненавижу. Почему никто не следит вообще за окружающей обстановкой? Я даже не пытаюсь. А как? Долгая. А, вот ты сдох, нормально. Я думаю, как ты не сдох, а он нормально. А у меня патроны есть? Конечно. Жесть, я прям реально ниндзя, я бегу за челиком по крышам. Меня Киченес убил. Но мне понравилось с этой пушкой ходить, слушай, она прям такая...
Если а поп... чё оправдывает ник? Какой, что? У челика ник Бумби, и он, короче, бегает, все взрывает. Ну, видишь, топор, удача по жизни. Ножа. А, меня Кичунес убил. Они меня вдвоем зажали. Я, кстати, Кичунеса почти добил. 3-4 осталось. Так что, Кичунес, если бы ты был бы один, я бы тебя все равно, я бы тебя убил. Тут можно ложиться. Нет! Ай, убей его! Блин, меня какой-то папец убил. А, нормально, его добили. Так, иди, попробуем нет. за мушкетера. Это что, снайпер, что ли? Не, мне норм за ниндзя. По... Ой. Что за я что-то побегал. Нет, он хороший, просто у меня с ним как-то не сложилось. Ой, тут еще и целиться можно. О, тут можно на веревке. А, прошла четверть серии, тут еще и целиться можно. Уйди. Нет, не надо! Чё вы тут такие злые? А, это кот? Есть, 3 выстрела, нормально. Я этого Бумби убил 3 выстрелами подряд. Это чё, в меня, что ли? Когда я не люблю челиков, которыми идёшь на, на сближение, они от тебя убегают. Ага, есть такие. Дерись, да. Куда ты убегаешь? Да, вот кот так делал, я вот за ним бегу, сражаюсь с ним, а он это, убегает от меня. Блин, а какой кстати... у меня радиус поражения, ёлки-палки, я что-то не могу понять. Кстати, у пиратов намного быстрее метаются ножи. Мэр. Так как? 2 раза выстрелили, 1 раз ему по башке попал. Так, ладно, арчер, я что-то не уверен. Ладно, поехали еще раз на ассасине попробуем. Пока что мне больше всего понравился чувак с, это, с пушкодробашом вот этим вот. Мне за пиратов чел с дробовиком понравился. Не, ну я за пиратов еще не играл. Я Бумби убил. Нет! Я ранен. Ты крыса! Да, кто бы говорил? Сказал крыса. Йо, я ранка. Я хотя бы у ХП изначально был. Вот, блин, мне не нравится здесь, ладно, пойдем. Да мне тоже это не было... нравится остров. Я не про, в принципе, место, я про определенный спаун-поинт. Что ты делаешь? Най. Да ты дебил! Осуждали? Давай, дебила, давай, дебила. Ладно. Челик ехал на крюке, я его прям встретил с 2 кинжалами. Пацан к успеху шел. Да, потому что он меня топором в итоге ушатал. Я вас нашел. Топор. Так... О, смотрите, это же кот, по-моему. Стой. Блин, я верпед какого-то чувака. Блин, я в него выстрелил звездочкой. И эту звездочку у него в челюсти застряла. Ага. Серьезно? То есть, когда я тебе сказал то, что я за тобой бегу, ты даже не решил себя обернуться? Он не поверил, да. Это. Ты мне вообще что-то говорил? Да, я сказал, я бегу за тобой. А, то есть фразы «О, кот бежит за... надо его убить, тебе не хватило». Есть, отлично, дабл килл. Уйдите! Привет, а это ты, да? Да, да, подожди, да. Подожди, сейчас я стрикены найду. Поднимайся! Поднимайся! Стой! Я почти тебя убил! Стой! Так, ладно, у меня 6 киллов, неплохо на самом деле. Я не видел, сколько у меня киллов. Кот всегда лучше меня играет. Почти. У меня карта более открытая, здесь очень сложно как-то прыгать. Еще снайперскую винтовку. Примерно с 40 патронами. Да, сейчас побольше можно. Если кто понял, куда отсылочка, то тот понял, куда отсылочка. Вот, вот мы тебя в Антёрн затаскивали, вот помнишь звездочёта? Помню. Вот у нас с ним такая классификация, если у тебя при открытии на Т, ну там, короче, нажимаешь на Т, тебе показываются все обоймы вот кругом, сколько у тебя имеется. Если у тебя не лагает после открытия этой менюшки, значит патронов еще мало. А, я тебя понял. Это не зависит от силы компа, это зависит именно от патронов, да? Да, ну, топор! Типа, топор! Если круг прям очень плотный,
обоим очень много, значит, у тебя будет лагать. Да твари, убегают. Короче, мне скорость полета сюрикена не нравится. Да, я понимаю, нашел к чему прикопаться. Ага, убежать хотел, да? Да, чувак от меня просто пеша уходит. Я тут по нему два раза уже попал. Да сдох. От меня тоже хотел улететь. Еще и убил меня, прикинь, тупо развернулся и тупо убил меня метательными ножиками. Это, блин, чё? Да ты... Как вот? Тихо, тихо, тихо. Не бомбим. Ясно. С ними лучше вообще не идти... А, ну я застрял. Меня зарезали. Я бежать не могу. Не беги. О, наконец-таки забежал. Откуда ты концерт пытается рвать дистанцию? Немного раздражает. Так как, блин, как? Я ему Вот нет, вот сейчас реально бесит, потому что у дробаша, у него же там просто разлет 100-500 метров. Я стреляю чувака вот в упор прям, а ему нормально. Да вы чё? Не ори. Не ори, микрофон порвёшь. Меня ок. Хотел меня убить, меня убил другой чел. Бомбалыла, бомбалыла. Да, да. Ты кто? Бомбанула. Ты кто? Я тут сколько-то мне бить. О, привет. О, привет. Я на крышу залажу, а ты чел. Куда ты убегаешь? Why are you running? Так, погоди. Это же кто? Ловить кота? Кто вообще ты в какой команде? Где? Дай! Открыл, блин, посмотри, в какой команде меня убил Киченез. Нормально, да? Чё? Как ты? Это он украл хлеб в ларьке. Видимо, да. Я его догнал, если что, я отомстил. Молодец. Я вообще изначально за ним бежал, но он что-то решил смансить от меня. Успешно, кстати. Нет, знаете, короче, режим классный, просто сегодня что-то как-то пули не летят. Ну, тут есть такое стандартное оправдание. Да, кстати, иногда вот прям вообще не летят. Иногда прям в точечку жжёшь, а иногда, ну, типа, такое. Вот, в том-то и дело, я не знаю, чего это зависит. Иногда просто стреляешь в направлении врага, и все получается. А иногда вот как-то прям стараешься, а они прям это... Вот, смотрите. Что происходит? Как это вы? Игра происходит. Фигась, у кота оружие мощное, он мне шотным оставил с одного удара. Да ёпарас это. Я сейчас обратно за ниндзюка пойду, серьезно. В прошлой катке я так хорошо с Блондербасса заходила, а в этот раз... Я не пойму его рейндж, я не пойму его охват дроби, так скажем, если это вообще дробь, или я пулями стреляю. Успокойся. А. Кота уже зарезали до меня, ладно. Полечу вот, в другую. Вот, попал на 40. Я в крышу застрял. Какое именно? Я тебя обязательно достану. Я уже застрял. А, я его вижу. Это ты? Привет. Мы это выезжаем, я. Да? Да, мы уже приехали. Хорошо, тут урона от падения нету. Как же классно, блин. Да я бы, как в Дайнквайте, бы себя крюком сейвил. Там в первой части можно было, короче, под себя крюк кинуть, и урон от падения исчезает. Блин, я этот момент видел у одного чела, канадский игрок. Ладно, я не буду называть его имя, потому что, наверное, это будет реклама, типа... Он с огромнейшей башни прыгает тупо и в последнюю секунду крюком стреляет и зависает в воздухе, не разбивается. Не знаю даже, с какой башни он прыгал. Ну, предположительно. Там было чисто в округе пусто, да? Но не было зданий. Да-да-да, ни зданий, ни мусора, ничего вокруг не было. Локация рада. Скорее всего, да. Может, я сегодня попаду в кого-то там, не знаю. Я просто первый Dying Light раз 5 прошел. Ёлки. Нет, на самом деле, геймплей там веселый. Почему мне не интересен Dying Light? Так а как? Что я тебе сделаю? Блин, серьезно, я в него в упор стреляю. Да, Киченес? Да. Не, я возьму опять ниндзюка. Он хоть попадает, хоть медленно попадает. Так вот, геймплей в Dying Light, он в принципе веселенький, но сюжет, ну там прям вот вообще никакущий, уж без обид, но... Я сюжет вообще не заметил, ну типа я несся, разнося все и вся.
Вот. И вторая часть, когда у тебя появляются пушки, вторая часть уже получается просто шутан. Не, после пушек, ну как бы, они не ультимативные. Во-первых, они шумные, во-вторых, патроны нужно покупать. Ну, ну либо выбивать с во-первых, ну, бандитов. Покупать это такое очень большая редкость, потому что ты постоянно находишь там кучу бандосов, у которых куча патронов, ты нужен становишься просто weapon дилером. Вот, и все. И покупать уже никакие не Двустволку тяжело проблемы. достать патроны. А? Именно. На двустволку тяжело выбить патроны, они практически Да, нигде не согласен, падают. согласен. Да крыса! Двустволка. Крысюк! Вот кто ты, а не Крысюк, сигма-медведь. ты на меня вперед полетел. Я тебя не люблю. Все. Это официальное заявление нашего канала, да, или... Да. А, блин, это было Да, а как, блин, я постоянно подхожу, они Вот. где-то на другом конце карты. Как только рядом со мной кто-то появляется, бах, меня убили. Это как вообще работает? Убивать, убивать. Не понял. Куда? А ну стой. Убивать, 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 убивать. Наконец-то я хоть кого-то убил. Ай. Чё? Вы там Третью мировую начали? Что происходит? Да. Реально. Только дайте мне топливо. Ха-ха. О, больно, больно. Это по тебе 2 раза прилетело? Стой. Мне звездюлей мало осталось. Где ты? Я за Так. тобой прилетела. Надо посидеть, силушку Где? восстановить. Так, я кого-то убил? Да ладно. Это хоррор или игра? Что это? Мы-то про Dying Light, да, про Dying Light, и тут типа это хоррор? Это что? Что это такое? Не, ну вообще не страшно. Максимум, что страшного, ты можешь испугаться внезапно вылетевшего на тебя какого-нибудь бомбардира. Вот тот зомбак, который взрывается. Да. Ой, да. Это фишка, как в Ганжине, когда ты привык всех мочить в упор, и тут граната спавнится. И такой... Я один раз перепугу ему с ноги в рожу дал и сдох. Но он же ваншотает по-любому. Да, он ваншот. Его, правда, недавно понерфили, он перестал ваншотать. Я не Чувак, знаю, зачем вышла его нерф. вторая часть. В смысле понерфили? В смысле первая часть? Вы о чем вообще? Что? О, 3 кило. Мимо. Один. Вообще ни о чем. 12. Ну что ж, поехали еще одну карточку скатаем. Не, на самом деле за ассасина мне понравилось играть. Меня не Мне пускают тоже. за пирата или мне просто так везет каждый раз? Тебе просто так везет каждый раз. О, мне повезло, я теперь ниндзя. Я пошка. О, повезло коту. А вы в какой команде? Так. Я ниндзя. А, да, мы, похоже, все в одной команде на этот раз. Я так понял, это чисто теперь будет и наша традиция с котом друг друга в каждой серии мочить. Что в Wild Хоть West мы кто-то на. Хоть стрелялись? кто-то наконец-то, например, потому что он всегда меня мочит везде. Что в Wild West, вспомнишь, мы с ним стрелялись? Ну да. Что тут? Что ты как этот-то что, а? Этот. Гренат. But not Разрывная. for me. О, яблоки на деревьях растут. Да, я, Офигеть. кстати, попытался одну сбить. Я думал, хлеб на деревьях растет. А Кто? тут. Хлеб на деревьях. Ну, А, ну специально такие ладно. хлебные деревья, ты знаешь, есть такие. Да, знаю такие деревья. Хлеб растет. Сейчас надо немножко посидеть, а то перс устал. Не, ну мы вроде удерживаем, ничего так. Да вообще даже не чувствую. Он тут! Нет. Блин. Показалось. Да как ли ни в кого не... Это что, какой-то пинг слоновый? Я не знаю, что... Почему? Я вот, ну, как по мне, так я стреляю прямо куда надо. А оно нет. Ури, Просто спасибо. этот, Борис Бритва. А. Фиг попадешь. Да, именно он. Попробуй попади. Иллюзии, я готов на них нападать. Зачем вот я это делаю? Зачем я вышел из-за этого? Ну, мы просто затащили эту катку, потому что их на 10 человек меньше, чем нас. Ну ладно. Ой, мне... А, Где нет, не они вообще могу. все? По-моему, мы спаун-кемпим кого-то, не? Не. Не. Там ты ничего не видел. А, это вообще не ты. Нет. Там чем чисто из-за угла выходит, этот труп валяется. Кто? Кто меня?
О! Я с перепугу убил чувака. Ты стрел, фраг. Сейчас я немножко отдохну, вы не... помашитесь топорами там друг с другом пока что. Выносливость надо восстановить, а то я слишком часто махаю мечами, зарезал. Молодец. Хожу. Ты вообще где? Иди сюда. Ты мне? Да кто-нибудь из вас, так. Я летаю. Стой. Повернись. Опа. О, ничего так. Враги на деревьях, они на деревьях. Они на делать? Деревьях. Стой, ты, а ты... Превью будешь делать? А, я не знаю, мне бы хотя бы тут это... Тут скользить можно. Я потом буду... О, вот тут человек. Я гоню. У меня звездочки закончились. Я вот еще один человек, который рвет дистанцию, когда за ним бегаешь. Блин, мне звездочки нужны. Я все просто так выкинул. Я знаю, я молодец. Для таких... У меня звездочки закончились. Зарежь его, пожалуйста. Я какой-то... Меня убил чувак с 4 хпшками, серьезно? Что? Что я сделал? Ладно. Я думаю, что такого ознакомительного рана нам на сегодня хватит. Первый уровень подняли и... Блин, мне там предлагают как раз запираться играть, но пойдем мы, наверное, уже в следующий раз. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра. Всем малышек. Всем покеда. Всем до свидания.